На северо-западе Пакистана, в городе Пешавар, парламент провинции Хайбер-Пахтунхва проголосовал против предложения изменить маршрут Пакистано-Китайского экономического коридора. Законодатели заявили, что изменение маршрута транспортного проекта стоимостью в миллиарды долларов сместит коридор из провинции Хайбер-Пахтунхва в провинцию Пенджаб, родину премьер-министра Наваза Шарифа. Цель проекта – связать западные районы Китая с пакистанским портом Гвадар, омываемым Оманским заливом Индийского океана. В городе Бану, также расположенном на северо-западе Пакистана, выстроились длинные очереди беженцев из племенной территории Северный Вазиристан, ожидающих получения документов. Некоторые беженцы полагают, что коррумпированные чиновники умышленно вынуждают беженцев ожидать документов дольше, чем это необходимо. Официальные лица отвергают подобные обвинения и настаивают на том, что следует установленным правилам и предписаниям. В столице Азербайджана Баку небольшая группа активистов пришла в суд на слушание дела журналистки Хадиджи Исмаиловой, сотрудницы радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Журналистку арестовали 5 декабря по обвинению в доведении бывшего коллеги до самоубийства. Организация Amnesty International осудила обвинение как политически мотивированное. Во время слушаний суд отверг апелляцию в отношении решения, принятого 27 января, продлить досудебное задержание журналистки до 5 апреля. На юге Афганистана, в городе Кандагар, городской суд приговорил двух военнослужащих к 10 годам заключения по обвинению в похищении двух учащихся. После похищения военнослужащие связались с родителями учащихся и потребовали выкуп. Приговоренные могут подать апелляцию и оспорить приговор.